Матвея все нет и нет. Лена, который теперь час? Скоро день, мам. Ну вот, каждый день так. Уже 9, а его все нет. Ты родная дочь, к тому же врач. Ну, внуши ему, пожалуйста, что он не имеет права истязать себя на работе. Ну что, он маленький, что ли? Не маленький, а старенький. Ему бы на покой пора. Ну, о чем ты говоришь, мам? Отец начальник строительства крупнейшей гидростанции, а ты о пенсии. Смешно. Ну, почему смешно? Должен же он когда-нибудь отдохнуть, пожить спокойно. Ну что, цветочки сажать? Да, и цветочки сажать. В этом нет ничего удивительного и зазорного. Сколько пережил твой отец, хватило бы на троих. Кулаки в него стреляли, на фронте ранен был. И после войны уже 2 электростанции построили. Я не могу представить отца на пенсии, не могу. Я бросила свою любимую работу именно для того, чтобы наладить порядок в доме и создать отцу уют. Ты же знаешь, врачи сказали, что отцу нужен строгий режим и покой. Мы все тебе очень признательны, мам. Не замечаю. Но вы приходите. Кто когда? Хочет, чтобы в доме было уютно, а получается привокзальный буфет. Одного покорим сейчас, другого через час. Отца я просто не вижу, поговорить не с ним. Сижу в доме одна, как курица. Ну, мамочка, не сердись, ну что ты? Ой, иногда иду мимо школы, ученики здороваются со мной. Здравствуйте, Марья Петровна. Я отвечаю, здравствуйте. И, знаешь, чувствую себя вдруг на учительском месте в классе. Я понимаю. Просто сердце сжимается, честно говоря. Ну вот, Валерика. Почему такая озабоченность на лицах? Потому что все приходят, когда вздумается. Ну, Лена, моя дорогая, работа же прежде всего. Дайте поесть, пожалуйста. Потерпишь. Скоро папа придет, и тогда он все... может скоро не прийти. Что такое? Что-нибудь случилось? Вы понимаете, Марья Петровна, обнаружена пикантная новость на дне реки. Когда осушили котлован, то увидели, что на скальном основании, на котором должна воздвигаться плотина, проходит большая тектоническая трещина. Вот тебе раз. Длиной почти 200 метров, Лена, ты понимаешь? Плотину нельзя строить, пока эту трещину не очистят и не забетонируют. Что же проектировщики не могли раньше увидеть эту трещину? На такой большой реке не нашли скалистого дна без трещин. Марья Петровна, главный инженер проекта уже с работы снят, но это... к сожалению, делу не поможет. Ну, дайте поесть, пожалуйста, я проголодался. Дайте поесть, пожалуйста. На работе ЧП, а он... А ты что, предлагаешь не есть, что ли, не ужинать? И за все должен отвечать Матвей. Все на его плечи. И именно сейчас, когда врачи приписали ему покой. Ну, потому что он начальник строительства. Ну, вот и пап пришел. Мат, давай на стол мети, что есть в печи. Все уже в сборе? Да. Хорошо. А почему ты такая грустная? У тебя настройки ЧП, а мне плясать от радости? Четко работает беспроволочный телеграф. А как же. Но должен заметить, Маша, что от твоей грусти ЧП не ликвидируется. Хорошо, давайте ужинать. Давайте ужинать. Проголодались все. Пожалуйста, спасибо. Ну, что же будет дальше, Матвей? Бог не выдаст, свинья не съест. Как-нибудь справимся. Я волнуюсь, а у тебя прибауточки на языке. Мамочка, мамочка, не волнуйся. Во время ужина лучше не говорить о делах. Правильно, Леночка. Мы в этом году с Валериком собираемся на юг. А тебе, папа, не грех было бы отправиться вместе с мамой в Кисловодск. Правильно. Правильно? Правильно. Но и ты же сейчас скажешь, что ты не можешь бросить стройку. Стоп. Ты опять о делах. Все, молчу. Кто? Марья Петровна, я открою. Здравствуй. Здравствуй, Валя. Дома Матвей. А кто пришел? Это Олег Борисович Новожилов. А, заходите, Олег Борисович, садитесь ужинать. Здравствуйте.
Добрый вечер, Матвей Ильич. Здравствуйте. 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 Извините, Мария Петровна, но дело неотложное, так что... Выкладывайте, выкладывайте. Садитесь. Матвей Ильич, звонили из обкома партии и просили срочно подтвердить, нужно ли направлять на стройку новых рабочих и технику. А что, вы сами на это не могли ответить? Конечно, нужно. Ну, а зачем же нам рабочая техника, если начало строительства откладывается из-за этой самой трещины? Пока очистим, пока бетоном зальем, ведь на это же уйдет года полтора. Плохие мы инженеры, если у нас на это полтора года уйдет. Так обстоятельства же сильнее нас, Матвей Ильич. Трещину придется очищать вручную. Надо приспособить механизмы. Я уже думал, Матвей Ильич. Все расчеты сделал. Ширина трещины 40 сантиметров, глубина 20 метров. Ничем, кроме лопаты, в нее не залезешь. Вот вы так спокойно говорите об этом, как будто речь идет о какой-то мелочи. Вы подумайте, что значит остановить такое огромное строительство на полтора года? Вы знаете, в какую копеечку тогда обойдется? Но я все понимаю, Матвей Ильич. Если нужно, я могу рассчитать, какой убыток мы потерпим. Ведь это же не наша вина. Ну, стыдно, Олег Борисович. Вы главный инженер, вы кандидат наук, вам 41 год. Ваша голова должна просто светиться идеями. А вы рассуждаете о том, чья вина. Я перепробовал все возможные варианты, Матвей Ильич. Кроме ручного труда ничего нельзя использовать. Если трещина узкая, значит, надо расширить ее. И потом пустить механизмы. Гранит. Как его расширить? Надо взрывать эту трещину. Да была у меня такая мысль тоже, но я ее отбросил рискованно, понимаете? Взрывы могут повредить монолит скалы, на котором будет стоять плотина. Что тогда? Искать новое место для плотины? Слишком дорогое удовольствие. Уж лучше лопаточкой ковырять. Когда мы освобождали взрывом место для опоры, стрелки приборов отметили сотрясение скалы. Ваш зять, инженер, он подтвердит. В его руках все сейсмоакустические приборы. Да, конечно, мы отметили небольшое отклонение от нормы. Что же, значит, будем сидеть сложа руки. Если мы не найдем выхода из создавшегося положения, нам надо подавать в отставку. Какие мы инженеры? А пока передайте в обком. Нам нужны рабочие и техника. Хорошо. Я выполню ваше указание, но лично я... Сомневаюсь. И правильно делаете. Извините, Марья Петровна. Ничего, извините. Ничего. Я провожу. До свидания. До свидания. До свидания. Может, ты все-таки закончишь уже? Чашечку кофе принеси, пожалуйста. Матвей Ильич, я вам хочу сказать, что Олег Борисович человек предусмотрительный, он все ведь рассчитал. Пока он ничего не рассчитал. А цена инженерной мысли проверяется именно в сложных ситуациях. Но главный инженер ищет гарантированный выход, вы понимаете? Технический уровень сейчас так высок, что рисковать нельзя. Все должно строиться на точном и деловом расчете. У нашего брата-инженера еще должны быть смекалка и размах. Почему ты это со счета сбрасываешь? А они пап размаха боятся. Когда размахнешься, то за это надо будет отвечать. Правильно я говорю, Валер? А Валерочка даже дома ни за что не хочет отвечать. Валерочка, куда мы отправим дочку на лето? Ну, послушай, Лена, решай это сама, ну, в конце концов, посоветуйся с бабушкой. Валерочка, нам нужно купить новую тахту в спальню. Ну, Леночка, ну, ты же сама можешь это сделать. Да, конечно, я могу, Валера, я все могу. Я женщина современная, эмансипированная. Ты семейные дела, Лена, в серьезный разговор не впутывай, пожалуйста. И было бы тебе известно, что именно я должен буду определять воздействие взрыва на скалу. Ну. Установишь приборы и определишь. Но тебе страшно, да? Да, мне страшно. Мне страшно, потому что я не верю в благополучный исход взрыва. Господи, как много развелось на свете боязливых людей. Им все страшно. Вот у нас в клинике есть один такой хирург Прохоров. Пока операция идет по разработанной схеме, он работает блестяще. А как только встречается какое-нибудь отклонение... На него смотреть жалко. Ему страшно. Он требует консультанта. Ну да, твои симпатии, конечно, на стороне хирурга Никонова. Ну, естественно. Это человек творческий. Он не боится ответственности. Он отступает от установившихся правил.
И он не боится неожиданности, которая встречается во время операции. Ты его так красочно живописуешь, Лена. Может быть, он тебе не только как хирург нравится. Ой, это запрещенный прием, Валер. Ну ладно, вы тут поспорьте, а я пойду спать. Ты бы погулял перед сном, пап? А я лучше полежу, покурю, подумаю. Покурю, Лена. Ну, ты скажи ему, скажи, ну что ты молчишь? Ну, подожди, мам. Папа, ты можешь меня послушать как врача? Не могу. Я же не больной. Ну, не шути, папа. При твоем ослабленном сердце нужен жесткий режим. Мама работу бросила, чтобы создать этот режим. А тебя как будто это не касается. Мама правильно сделала. Ей пора отдохнуть. А мне в больные записываться раньше времени нельзя. Работа у меня такая. Спокойной ночи. Ну вот. Вот и поговори с ним. Ты будешь до утра лежать с открытыми глазами и сосать папироску. Это прекрасные ночи, Маш. Я лежу в тишине, курю, и розоватый огонек папиросы чуть освещает потолок. Мысли цепляются одна за другую, и получается цепочка. Бывает, мысли не уживаются, они отлетают друг от друга, и не можешь связать их воедино. Но в конце концов находишь истину, и все встает на свои места. Ты ищешь истину, а главный инженер, наверное, спит. Допускаю. Вид у него слишком спортивный. Нервы, наверное, крепкие. А ты все время на рожон лезешь. Ну, кто-то должен идти впереди, Маш. Рисковать, пробивать дорогу. Помню, нам нужно было построить блиндажи в горах. Глыбы гранита мы откалывали взрывами. Все получилось точно по науке. А на строительстве Уральской станции? Ты же помнишь, сколько шуму было, когда водохранилище заполняли? Все считали, что весной воды будет мало, и донные отверстия в плотине закрывать нельзя, предлагали ждать год. А сколько ты тогда бессонных ночей провел вот так же с папироской? И нашел правильный выход. Приказал заполнять водохранилище. Это был расчет, основанный на опыте и инженерной интуиции. И сейчас, я кажется, нашел выход. Надо взрывать трещину. Новожилов отвергает это. Валерий наш тоже против. Ты подумай, Матвей, стоит ли? Сколько здоровья и нервов потребует от тебя это дело? Ну, зря ты так. Ну, зря. Ну, ты же сама знаешь, что зря. Во взрывном деле я собаку съел. Конечно, хорошо бы сейчас встретиться с фронтовыми друзьями. Мишка Еремин в Ленинграде, Василий Шарманов в Астрахани, Гурько Ивлев в Киеве. Гурько. Этому Гурьке сейчас уже за 60. Поезжай к Кузьмичу. К Кузьмичу? Ну? Маша, ты же просто гений. Ну, как же я забыл о Кузьмиче? Ну, конечно, Кузьмич. Прославленный сапер, моя правая рука, прошел со мной всю войну и живет же рядом, километрах в 50, на пасеке. Ну, конечно, Кузьмич. Ух, ты знаешь, меня даже в жар бросило. Как же я раньше о нем не вспомнил. Зачем ты встал? Я к Кузьмичу. Ни свет, ни заря явишься? Ну, пока доеду, он на пасеке, наверное, рано встает. Ой, Боже мой. Дежурная, дежурная, Одинцов говорит. Пришлите мне быстро машину. Домой. Да, срочно. К Кузьмичу ты можешь поехать днем,
А сейчас поспал бы, иначе целый день будешь больной, разбитый. Дела заставят быть здоровым. Зачем я тебе сказала? Надо было утром. Ты просто молодец, Маша. Я всегда говорю, мне в жизни повезло. Ты у меня клад. Клад. 35 лет живем, я 35 лет каждый день за тебя волнуюсь. Значит, любишь. Моя любовь, Матвей, с годами другая становится. Лет 20 назад ты приходил домой взволнованный, переполненный идеями, рассказывал мне обо всем, и я не могла оторвать от тебя глаз, восхищалась твоей силой, решительностью, верила, что ты можешь сделать все, горы сдвинуть, и ты их сдвигал. А теперь, Матвей, ты приходишь домой взволнованный, мне радостно видеть в тебе прежние огонь, но страшно, годы-то не те, сердце твое не то. Ну ты что же хочешь, чтобы я с палочкой ходил? По-стариковски бесстрастными глазами на все смотрел. Но поберечь-то себя ты должен. Маша, золото ты мое, дай я тебя поцелую. Ой. И обещаю беречь себя. Только не сейчас, а потом, с завтрашнего дня, когда взорвем эту злосчастную трещину. Ну вот, машина, ты к обеду меня не жди, я в столовой. На створе пообедаю. Что это вы, товарищ полковник? Ну, здравствуй. Здравствуй. Здравствуй, дорогой. Ой, какая честь старику. Один раз вы только у меня здесь были. Уж больше года прошло с того дня. Да, а ты вот так и не меняешься. Чем не меняться-то на малой скорости, товарищ полковник? На малой скорости. Да, на восьмой десяток пошло. Ну, не зови только ты меня полковник. Ну, какой я полковник? Уж 25 лет штатский я человек. Ну, хорошо. Ну как, в дом зайдем или на воле посидим? Давай, тут, на лавочке. Махоркой. Самосадом могу угостить. Ах, это хорошо. Да. Козью ножку по старинке скрутим. А у меня твое. Кисет старый. Военных времен непромокаемый. Ну, давай, наживай. Ух, махорочка. Ну, а Маша-то? Маша-то как, здорова ли? Да вроде здорова. Хотя, знаешь, к старости всех нас болезни одолевает. Недавно она работу бросила из-за меня. Хочет мне жизненный уют создать. О, вот как. А мне этим уютом пользоваться некогда. День и ночь на стройке. Да, читал в газете. Большие дела у вас на стройке делаются. Читал. Такие, брат, дела, что голова от забот трескается. Что ни день, то новость. Вот осушили дно реки. Так. И на том месте, где плотину возводить, обнаружили трещину 200 метров длиной. Ах, вот она. Вот теперь и думай, как ее очистить, как забетонировать. Да, это, конечно. Ах ты, какая штука. Только, ну ничего, ничего, ничего. Вы чего-нибудь придумаете, ничего. Ах, хотел, до смерти не забуду, как вы тогда ту высоту подорвали. Помните? Под деревней Ельми. Да? Ну-ка. Ах, это было ловко. Гитлеровцы высоту захватили, а мы в низине. Командир полка хотел взять ту высоту лобовым ударом, а нет. Как ее возьмешь, если мы у них все как на ладони? Сколько людей тогда во время атаки полегло. Да. А вот вы предложили сделать подкоп под эту гору. Помните?
Я поначалу не поверил, шутку сказать, 150 метров под землей ход прорыть. Мешки с землей на горбу вытаскивали. Бывало, роем обоязно. Вдруг вода хлынет, не убежишь. Или вдруг на какой гранит напоримся. А все-таки ваша взяла. А прорыли. Тонны две взрывчатки подложили под ту высоту, помните, и взорвали. Пехота на 15 верст вперед продвинулась. Помнится, вам орден боевого красного знамени за это дали. Да. А сейчас дело сложнее, Кузьмич, деликатнее. Вот думаю, взорвать трещину, а вдруг повредишь скалу. Вот сегодня ночью вспоминал, как мы гранитную скалу рвали, когда блиндажи в горах строили. Помнишь? Ну, как не помню, неужто не помню? Конечно, помню, как в горах, ну? Все это помню. Мы тогда шурфы поглубже бурили. Слышь, и маленько под углом. Так. Мраморную крошку забивали, а уж потом заряд клали. Так. А? Эта крошка не давала взрыву внутрь ударить. Всю силу вверх. Вверх направляла. Так, так. Взрыв – это точный инструмент, товарищ полковник. Только он сноровки требует и еще... Чутья. Чутье должно быть у взрывника. Да. Вот главный инженер против взрыва. Даже мой зять против. Люди они грамотные, говорят, что это риск. Ах ты, Господи. Ну что за люди, ну как это? А ты бы им сказал, что без риска мы бы войну не выиграли. Вот чего было бы, если бы рассуждали, как бы чего не вышло? Судьба тебя испытывала и вкось, и впоперек. И ты поступаешь, как совесть велит. А им страшно. Им слово риск, ответственность, все одно, что атомная бомба. Ну уж ты это загнал. Ну, истинный бог, ну истинный бог. У нас агроном есть. Он все сажает по инструкции. Он на небо, ты знаешь, и не глядит. Нет. А насчет взрыва ты не сомневайся. Взрывай. Да? Взрывай, взрывай, взрывай. И позволь мне, старику, съездить на стройку. Этот взрыв, поглядеть, уж долго ли мне жить-то осталось. Может, последний взрыв в жизни услышу. Ну, а? Насчет жизни ты не загадывай. А на стройку обязательно приезжай. Да и Маша будет рада. Ну, она часто тебя вспоминает. Вот спасибо. Значит, завтра я тебя жду. Гриша. Поехали. Товарищи, товарищи, мы собрались для обсуждения вопроса, который касается всех нас. Либо мы сможем очистить трещину за 2-3 месяца и забетонировать ее, тогда строительство ГЭС будет развиваться нормально. Либо мы будем ковырять трещину лопатой 1,5 года, и строительство надо затормозить. Рабочих распустить, поставки техники приостановить. Это невозможно. Вот вы слышите, Олег Борисович? Слышу, Матвей Ильич, слышу. Однако заявляю, что есть только один способ очистки трещины. Вручную, товарищ. Я буду рад выслушать другие обоснованные предложения. Это у вас должны быть другие предложения. Вы главный инженер, а я бригадир, мне работа нужна. Что же мы 1,5 года будем, сложа руки, сидеть? Ребята уедут на другие стройки, а потом попробуй, собери. Конечно, хороших парней. Да. Ну, а ты, секретарь порткома, что ты скажешь? Я разделяю тревогу бригадира. Кроме технической стороны дела,
Надо думать о коллективе. Да и об интересах государства не стоит забывать. Из любого положения можно найти выход. Слушай, Демин, пока это только слова. Высокие слова. Их легко произносить, но только вот выход найти трудно. Было бы тебе известно, что в строительной практике такого еще не было? Да, это редкий, конечно, случай, редкий. Но выход, по-моему, есть. Я уже говорил, Олег Борисович. Что, если нам взорвать эту трещину и потом очистить ее экскаватором? Матвей Ильич, взрывы могут повредить монолит, на котором будет стоять плотина. Если взрывать небольшими зарядами, дымным порохом, то не будет опасных последствий. Ну, а если повредим монолит, что прикажете? Искать другое место для плотины? Снова реку перекрывать? Попробовать можно. Экспериментально. 1-2 взрыва. Слушай, для повреждения скального основания может хватить и одного взрыва. Тебе же это известно. Слушай, Олег, я тебя давно знаю, учились вместе. А сейчас ты выступаешь как ретроград. Но я попросил бы тебя, Демин, без выпадов. Это не поможет техническому решению проблемы. А по-моему, правильно говорит секретарь. Вы предлагаете дедовский способ ковырять землю лопаточкой, а ее взрывать надо, эту трещину, к чертовой матери. Это риск. А рисковать, товарищи, в этом деле нам нельзя. А может быть, вам это кажется риском? А я бы назвал это экспериментом. Если мы не будем экспериментировать, то какие же мы инженеры? Ни инженерное дело, ни наука не могут двигаться вперед без поиска и смелых решений. Я с большим уважением отношусь к вам, Матвей Ильич, но и все-таки, извините, но согласиться не могу. В науке можно и нужно экспериментировать. В экономике и промышленности надо действовать наверняка. Должна быть 100-процентная гарантия, а ее в данном случае нет. Нет, ну, конечно, с нами есть слово «авось». Авось провезет. Когда наши деды действовали по этому принципу, я это понимаю. Но тогда было мелкое кустарное производство. Ну а сейчас даже небольшой просчет может повлечь тяжелые последствия. Вы это знаете, Матвей. Но если мы при помощи взрыва сможем за 2 месяца очистить и забетонировать трещину, мы сэкономим 6 миллионов рублей. А если мы повредим монолит, потеряем 60 миллионов рублей. К тому же, если мы взорвем трещину, у нас нет механизмов, при помощи которых мы могли бы ее очистить. А вот это мы в бригаде сообразим. Можно повернуть у экскаватора лопату в обратную сторону. Мотор немножко поднимем, получится все как раз. Вот видите, видите? Одно решение тянет за собой другое. Так значит, будем взрывать, товарищи. Без разрешения министерства, Матвей Ильич, я участвовать во взрывных работах не буду. Жаль, Олег Борисович, что наши мнения разошлись. Но у нас другого выхода нет, и мы будем взрывать трещину. Ну, хоть бы кто-нибудь пришел. Когда работала, время летело. То в школе с ребятами, то с родителями надо встретиться, то тетради проверить, а тут тянется целая вечность. Добрый вечер, Марья Петровна. Слава богу, хоть ты явился. По-моему, на стройке назревает скандальчик. Что? Матвей Ильич решил трещину взрывать. А главный инженер против. Он снимает с себя всякую ответственность за взрыв. Легче всего так ни за что не отвечать. Голову на плаху класть – это тоже невеликая заслуга. А Новожилов человек благоразумный и опытный инженер. Признаюсь, я на его стороне. Ура, ура, ура! Что такое? Все только и говорят о решении отца.
Вот это я понимаю. Размах и смелость. А как всех людей это приподняло? Какой энтузиазм на стройке? Поразительно. Родная дочь, вместо того, чтобы схватиться за голову и кричать «караул», кричит «ура». А это ты всегда готов кричать «караул». Но зачем ему сейчас нужно это бремя ответственности, Лена? Всего достиг. Ой, надоели твои мелкие разговорчики. Отец никогда не думал о том, чего достиг. Он думал о деле. Да, но если Матвей Ильич проиграет, это отзовется и на нем, и на всех нас. Никто тогда с восторгом не будет произносить. Ах, это дочь Одинцова. Мама, ну скажи, чтобы он замолчал, а то я заплачу. А я не хочу молчать, Лена. И будьте любезны, выслушайте меня. Тебе сейчас приятно. Ах, на стройке все взбудоражены смелым решением отца. А если случится непоправимое, за все отвечать будет Матвей Ильич. А ты за него не волнуйся. Если он решил, то он знает, что делает. И отвечать он за свои дела умеет. Это ты дрожишь перед словом ответственность. Ой, просто противно. Ну, и может, я тебе как муж противен? Ой, начинается. Я тебе противна, ты мне противен. Садитесь-ка лучше ужинать. Ты не думай, Валерий, что Матвей Ильич менее осмотрителен и благоразумен, чем Новожилов. Инженерное чутье его никогда не подводило. И все-таки для меня инженерный бог Новожилов. Это инженер сегодняшнего дня, а не времен магнитки, Марья Петровна. Мне нравится его хладнокровие, его точный расчет, его деловитость. Угу. И даже, если хотите, его спортивный вид. Угу. Я хотел бы походить на него. А ты делай зарядку по утрам. И мне будет приятно, если ты обретешь спортивный вид. Ну вот, пожалуйста, любое мое серьезное заявление превращается в шутку. По-твоему, выходит, что Матвей Ильич не современный инженер? Глупость сказал. Дай бог, чтобы все были такими. Чтобы у всех техническое образование было помножено на опыт, чутье и смелость и десятки других качеств. Ну, конечно. Разве я могу высказать свою точку зрения? Можешь. Только прежде чем высказываться, надо думать. И хватит об этом. Садитесь, наконец, ужинать. Да? Кабинет главного инженера. Что? Да, Новожилов. А насчет сметы? Хорошо, хорошо. Хорошо. Здравствуй. Можно к тебе? Заходи, заходи. Здравствуй. Садись. Спасибо. Я закурю? Да, конечно, кури. Слушаю тебя. Вроде ты на меня обиделся за это слово. Ретроград. Ну, приятного, конечно, мало. Однако не имею привычки обижаться на слова, когда речь идет о деле. И все-таки я удивлен. И как секретарь парткома, да и просто как твой институтский товарищ. Чему же ты удивлен? Тем, что ты устранился от взрывных работ. У меня есть своя известная тебе точка зрения, и попрошу ее уважать. За что я ее должен уважать? За благоразумие и инженерную обоснованность. Ты мне ответь, чья вина во всем этом деле? Проектировщиков. Вот, они совершили ошибку, а мы должны расхлебывать и рисковать, так? Нет, пусть министерство создаст комиссию, разберется в этом деле. Они, мы, как будто мы разным хозяевам служим. Не ищи доводов для того, чтобы прикрыть свою нерешительность. Ты поосторожнее только в выражении. Слушай, я разговариваю с тобой как с другом и могу позволить себе вольность. Ну и хорошо. Матвей Ильич не рассуждает, кто виноват. Он решает вставший перед ним вопрос. И ты не думай, что он предложил взорвать трещину просто так с плеча. Я уверен, что он ночи не спал, голову ломал. Возможно, не спал, возможно. Я отношусь к Матвею Ильичу с большим уважением. И все-таки его решение не основано на точном техническом анализе. Ты значит, понимаешь? Только стопроцентные гарантии или указания сверху. По-моему, Матвей Ильич принял смелое решение и сумел поддержать огонек задора у людей. Ну, ковыряли бы мы землю лопаточкой, закисла бы стройка.
ты, как главный инженер, должен это понимать. Ты на мои чувства только не дави. Посмотрим, какой исход будет. Я тебе от души советую, вылезай ты из своего кабинета. Ты знаешь мою точку зрения и давай... Знаю, уважаю, но взрывать мы все равно будем. Это решено. Да, взрывники прислали тебе свои расчеты. Ты их видел? Нет, еще не попадались на глаза. Правда, я еще не смотрел сегодняшние бумаги. Посмотри. Это называется не мытьем, так катанием, да? Подожди-ка. О, кажется, нашел. Сейчас я проверю. Так, это правильно. А вот тут не получается. Что же, они не видели последней инструкции? Знаменатель должен быть 12. Ну, а в остальном вроде верно. Но я повторяю, полной гарантии нет. Это расчет взрыва. Никто заранее не может определить воздействие взрыва на скалу. Будем надеяться на опыт Матвея Ильича. Во взрывном деле это значит немало. До свидания. До свидания. Матвей, ты совсем пропал. Может, ты теперь и жить на работе будешь? Да нет, Машенька, жить без тебя невозможно. Без тебя пропаду и зачахну. Незаметно. Я живу в постоянной тревоге. Машенька, милый, мне так сейчас некогда. Потом все обсудим. Потом, может быть, поздно. Что, развод возьмешь? В больницу попадешь. Ну, типун тебе на язык. Так врач сказал. Я сегодня с ним разговаривала, и он требует, чтобы... Ну, пусть он требует, а мне работать надо. У нас сегодня последний решающий день. Взорвем трещину, я буду выполнять требования врачей. А сейчас некогда, извини. Не волнуйся. Не волнуйся. Третий день глотаю валерьянку, и ничего не помогает. Не волнуйся. Лена дома? Сейчас придет. Наверное, задержали больные. Всегда у нее муж на последнем месте. Ты не прав. Почему-то для вас Матвей Ильич и царь, и бог, и воинский начальник. Ну, может, это от Матвея Ильича зависит. О, конечно, я не обладаю положением и размахом Матвея Ильича, так? Когда-то Матвей Ильич не имел высокого положения, но размах у него всегда был. Молчу. Я просто молчу. Во всех случаях жизни вы на стороне дочери и мужа. Даже сейчас, когда Матвей Ильич, образно выражаясь, берет быка за рога. Я могу вам доложить, что на стройке появилась новая фигура. Старик с пчелиной пасеки. Кузьмич. Мы строим грандиозную плотину мирового значения. Идут 70-е годы 20 века. На Луне двигается управляемый луноход, а Матвей Ильич... привозит на стройку дряхлого фронтовика, очевидно, для консультаций. Когда об этом узнают в министерстве, они просто осмеют нас. Об этом старике на фронте легенды ходили. Он такие взрывы устраивал. Да, но ведь это же было 30 лет назад, Марья Петровна. 30! За это время появилось новое поколение инженеров. Инженерная мысль шагнула, ну, просто фантастически. Шагнула, выросла. Что же вы со своими фантастическими мыслями не способны очистить простую трещину? С вами невозможно спорить. Со мной не нужно спорить. Я и так все вижу. Главный инженер со своим спортивным телосложением сидит в кабинете, проценты гарантий подсчитывает, а Матвей Ильич ночи не спит.
от него носятся постройки. Конечно, он рискует. Да потому что он начальник строительства. У него есть право на риск. Право на риск есть у всех. Только одни его берут, а другие боятся этого права, как черти ладана. И отпихивают его подальше. Так, конечно, спокойнее. Что, что, что? Опять дома шумное собрание? Я слышала, Валерочка, что на производственных собраниях ты редко выступаешь, а дома ты просто цицерон. А ты, мама? Ну-ка, посмотри на себя в зеркало. Все лицо красными пятнами покрылось. Черт, прихожу домой и не могу высказаться. Но ведь именно я должен определять воздействие взрыва на скальные основания. Положение мое деликатное, а душу отвести не с кем. Вы не можете поговорить друг с другом спокойно. Обязательно какие-то намеки. Между прочим, мой дорогой супруг, ты можешь высказывать все свои соображения мне. У меня достаточно крепкие нервы и сосуды. Я достаточно понятлива. И на все у тебя абсолютно противоположная точка зрения. Леночка, да. Ты бы съездила к отцу. Не спит несколько ночей, вдруг сердце подведет. Ведь был же у него сердечный приступ. Да-да-да, ты права, мама, успокойся. Ну вот. Сейчас я покормлю своего дорогого супруга. Он мне поведает все свои страхи, и мы с ним отправимся к папе на створ. Ну что, секретарь, подготовка к концу подходит? Можно считать, подготовка закончена. Тянут провода к взрывателям. Кузьмич, ты как там среди взрывников? Поначалу ребята посмеивались, но язык они острый. И где, говорят, ты такой архаизм раздобыл? Так, так. Я рассказал о былых подвигах Кузьмича. Потом Кузьмич выступил. Так. Говорил, как вы блиндажи в Карелии строили и гранит рвали. Инженер Митрофанов заинтересовался. Вы, говорит, не можете начертить на доске, как вы заряды ставили. Кузьмич начертил. Локтев, зайди ко мне быстро. Ну-ну, рассказывай. Так. Ну так вот, начертил Кузьмич. Митрофанов быстро рассчитал силу заряда, вес мраморной крошки, которую закладывали. Ну-ну-ну. Его поразил угол, под которым Кузьмич бурил шурфы. Он, конечно, делал это на глазок, по интуиции. Но когда Митрофанов рассчитал, вышло, что это было самое точное решение. Да, я всегда говорил, что у Кузьмича особый взрывной нюх есть. Теперь взрывники Кузьмича за своего приняли и не отпускают из отряда. Папа! Папа! Наконец-то нашла тебя, папа. Ну что ж, ты дома не появляешься. А у мамы от волнения гипертония обострилась. Ну, можно подумать, что она взрывает эту трещину. Взрываешь ты, но она волнуется, потому что ты несколько ночей не спал. А ты забыл, что у тебя сердце не как у молодого. Ой. Ну что, 2 месяца назад сердечный приступ был. Ой. Это я тебе говорю как врач. Ну, если ты врач, то иди в поликлинику к больным. А мне дай чего-нибудь такого, чтобы сердце колотилось, как у молодого. И около меня тут не вертись, пожалуйста. А то секретарь парткома подумает, что я больной и старый. Начнет уговаривать уехать на курорт. В общем, у нас на створе больных нет. Ой, папа, папа, ну что нам с тобой делать? Ну хорошо, если гонишь, я уйду. Уходи, уходи отсюда, пожалуйста. Ну, а ты, зять, что скажешь? Мое слово будет, когда взрыв состоится. Уж ты, пожалуйста, все свои аппараты проверь. И никаких там родственных поблажек мне, старику, не делай. Если стрелки приборов дрогнут, ты зафиксируй и тут же доложи. Так это моя обязанность, Матвей Ильич. Обязанность, обязанность. Почему таким печальным голосом говоришь? Я просто не люблю прежде времени радоваться. Ну иди, иди, действуй. Не верит парень, по лицу видно. Это плохо, когда не верит. Но будем надеяться, что приборы его убедят. Ты был в бригаде экскаваторщиков? Локтев там такую работу развернул. Да вот он сам идет, расскажет. Докладываем, Матвей Ильич. Слушаю. Экскаваторы к бою готовы. Перевернули лопаты, моторы снизу изолировали, чтобы вода не попадала. Каждый экскаватор стал похож на луноход. Ну, а этими лопатами мы спокойно очистим трещину после взрыва. Молодцы. Ребята поехали переодеться. Зачем?
хотят на такое большое дело торжественно выехать. Духовой оркестр не пригласили? Знаете, Матвей Ильич, всякое смелое дело людей мобилизует, подтягивает. Нашему брату тоже хочется изобретательность проявить, смекалку. Ну, а как думаете, Матвей Ильич, со взрывом все будет в порядке? Ну, с такими орлами все должно быть в лучшем виде. Секретарь, да? С коммунистами потолкуешь, поскорее возвращайся. Хорошо, я пошел, Матвей. Ну, что, Кузьмич? Все готовься, товарищ полковник. Опять ты полковник? Будто на войне. Ну, что же мне делать, если я тебя вижу в форме полковничьей, когда шпрею форсировали? Фуражка у тебя тогда пулей сбила. Стоишь ты на берегу без фуражки и командуешь. Мы тогда за 3 часа мост навели. Что твой личный барометр предсказывает? На ясно тянет. А? А ребята-взрывники, ох, головастые. С полслова все хватает. Шурфы пробурились с аптечной точностью. Ну, что-то Демин возвращается. Матвей Ильич. Что такое? Вам телеграмма от замминистра. Только этого не хватало. Начальник строительства, товарищ Одинцов, Матвей Ильичу. В связи с обнаруженной трещиной на дне котлована принято решение создать комиссию, которая рассмотрит вопрос о ликвидации трещины. Ну вот. Готовились, готовились, и, пожалуйста, зря галстук надел. Задержалась бы телеграмма часика на 2. Все было бы в порядке. Но они же должны считаться с мнением наших инженеров. Ну, верно говоришь, бригадир. Я инженер и заместитель министра. Инженер. Только я стою вот здесь рядом с этой трещиной, а он сидит там, вдалеке. Будут теперь комиссию 1,5 года согласовывать. За потерю времени прежде всего с нас спросят. Нам доверено строительство. Если комиссию назначают, значит, мы не способны сами решить возникшую задачу. Все рассчитали, все проверили. Ну, раз проверили, значит, за нами и слово. Правильно, вся стройка ждет взрыва, и вдруг отменить. Да что ж такое? Сложная ситуация. Но я, как секретарь парткома, готов разделить ответственность за этот взрыв. Подготовиться к взрыву! Всем покинуть котлован! А вас, товарищ, я прошу покинуть площадку. А мне разреши остаться, как старому саперу. Как старому саперу? А я прошу тебя, уважь старика. Ну, оставайся. Дать сигнал предупреждения! Приготовиться! 5, 4, 3, 2, 1! Молодцы, ребята. Ох, молодцы, да я тебя обнимаю, Кузьмич. Да ты иди, ребят, взрывников обнимай. Гляди, идем, он бежит. Грандиозно! Край трещины как отрезанный. Ни крошек, ни зубцов. Локтев скоро двинет экскаваторы. Ребята очень гордятся, что сами переделали экскаваторы. Почему не появляется Валерий? Какие у него данные? Да ты не волнуйся, не волнуйся. Не должен содрогнуться этот самый монолит. Видел? Вся сила взрыва вверх пошла. А вон твой зять идет. Вот, смотри, что-то не торопится. Ну что, Валерий? Видите ли, Матвей Ильич? Отклонение есть? Дрогнула скала? Нет. Так ты что же еле слова выговариваешь? Ура, надо кричать! Я не могу кричать ура так сразу. Не верил я в благополучный исход. Ну, смотрите, первый показатель отличный. Второй, третий.
Взрыв прошел успешно! Спасибо вам, товарищи! Вот так-то, зять. Теперь не будешь, по-моему, неверующим ходить и печальным голосом разговаривать. Удивительно. Я не предполагал такой точности. Ах ты, да взрывами можно чудеса делать. Даже гвозди заколачивать. Вот жалко, что главный инженер Новожилов не видит того, что делается. Сидит в своем кабинете с расчетами, мрачный. Ну и пусть переживает, это ему на пользу. Вот теперь я дам телеграмму в министерство. Пусть присылают комиссию. У нас есть что показать. Взрывы будем продолжать, как запланировано. Приборы держать в готовности и записывать все показания до единого. Хорошо, хорошо. Иди. Ох, спасибо тебе, Матвей Ильич, что ты мне разрешил поглядеть на все это на старости лет. Как будто я в молодость на день воротился. Когда начали взрывать, аж в жилах кровь закипела, не поверишь. Да мне самому, брат, до слез радостно. Ну, а комиссия приедет, что тогда? А что, комиссия убедит, что монолит взрывами не поврежден и распространит наш опыт. Вот и правильно, вот и хорошо. А молодые взрывники работают, любо-дорого глядеть. Расчет точный, подготовка, все есть. Да это хорошие ребята, грамотные. Но иногда, знаешь, не хватает размаха, смелости. О, к смелости и размаху людей приучать надо было. А ты, Кузьмич, на старости лет философом стал. Какое бы ни было время, а человек должен через жизненные испытания проходить, чтобы на риск право иметь. Ну, папочка, ну молодец, поздравляю. Спасибо, дочка. Поздравляю. Спасибо. Вот Валерий тебя тоже поздравляет, у него для тебя подарок есть. Да? Собрались инженер Матвей Ильич. У нас до взрыва страсти бушевали, одни были за, другие против. А сейчас собрались, и никто не спорит. Нашли гладкий кусок гранита, просили передать Матвею Ильичу в день взрыва. Ну, спасибо, Валерий. Да, я тебя обниму, зять. Матвей! Смотри, домашний контроль появился. Поздравляю, Матвей. Ну, вот видишь, мать, все кончилось благополучно. Ну, держись теперь. Я возьму с завтрашнего дня власть в свои руки и заставлю тебя слушаться докторов. Ты будешь есть по часам и спать ложиться ровно в 10. Машенька, золото мое, правильно говоришь, все правильно. Вот только именно завтра мне будет некогда. Начинаем устанавливать башенные краны. Очень сложное дело.